Здравствуйте. Сегодня начну с интригующего. Пошли разговоры, что студия id Software разрабатывает не только новый Doom. Вроде как есть у них и другие, пока еще секретные проекты. Знатоки вангуют, что речь идет о возрождении серии Quake. Но это, конечно, не точно. Quake. Переходим к другим новостям. Сегодня в выпуске. Как слили Космодесан? Что стащили у Диснея? И сколько человек работает на Гейба Ньюэлла? Но это безобразие. Сколько я прошу оставлять студию в нормальном состоянии? Набросали, накидали. Инвентарь валяется, черти знает где. Вот что вот это за лампа? Почему она в таком ужасном состоянии? Почему не оттереть? Здравствуйте, а вы кто? Джина вызывали? Ну, видимо, да, но нет. В смысле? Может, тебя молнией шарахнуть? Да не меня, а тех, кто бардак здесь навел, надо было шарахнуть. Но уже поздновато, честно говоря. Тогда пощечину. Для ускорения. Нет, подождите. А можете, например, что-нибудь покушать организовать? Если проголодались, то на помощь придет магия Foodband. Они готовят и доставляют сами, причем круглосуточно, и не только в Москве, но и в других городах. И даже в Казахстане, в Алматы. А если ведете промокод «Навигатор», получите хорошую скидку на все заказы и на любые блюда. Если хочется покушать от души, берите пиццу, например, ароматную карбонару, или пиццу том-ям с креветками, которая по вкусу очень похожа на оригинальный суп. Продолжая азиатскую тему, можно заказать вкусные и полезные покеболы, или же классические роллы Филадельфия с лососем. Также не забывайте про аппетитную лапшу. Ну а на десерт можно заказать вкусный чизкейк и прохладительный напиток. По жаре самое то. Жмите по ссылке в описании на сайт или приложение Foodband и прямо по-русски пишите код «Навигатор». Скидку получите на все заказы и на любые блюда. Ну это просто чудеса какие-то. О, а можно и второе желание? Давай. Я хочу больше никогда не быть голодным. Ну, записывай адрес. Город Некрополис, улица Проклятого Храма. Ну, там спросишь у местных, где преобразователь скелетов. Вы знаете, я, пожалуй, откажусь. Я лучше адрес Foodband запишу. Ну, тогда и промокод. Space Marine 2 слили. Почти за два месяца до релиза на сетевых просторах была обнаружена вполне себе играбельная версия сиквела. Весила она при этом солидно, аж 75 гигов. Само собой, в Ютубе тут же начали появляться ролики с прохождением, которые издатель стал оперативно удалять. Ну а затем последовало и официальное заявление от разработчиков. Дескать, запускать утекшую версию не стоит, потому как собрана она была еще год назад, и в ней творится форменная ересь. Собственно, с ней студия Saber все это время и боролась, сумев довести игру до таких кондиций, что инквизиция носу не подточит. Словом, дождитесь релиза, который, напомню, намечен на 9 сентября, и будет вам в счастье. Тем временем появилась информация, что хакеры смогли продырявить сервера Диснея и выкачали оттуда более терабайта ценной информации. Опубликовано, впрочем, пока немного. Например, в сеть попали слайды с презентацией второй части шутера Aliens Fireteam Elite. Прям скажем, не бог весть какой шедевр, но продался, видимо, неплохо, раз дело дошло до сиквела. Выйти он может в третьем квартале следующего года на ПК и консолях. Попутно в сети внезапно всплыл скриншот из четвертого Биошока. Датирован он, правда, 2021 годом. Разработку игры, напомню, неоднократно перезапускали, так что за это время она вполне могла измениться до неузнаваемости. В любом случае, полюбуйтесь. Поговаривают, что ее события развернутся в городе Борей, который расположен в Антарктиде. Возможно, поэтому студия так долго и морозится. Ремейка первого «Ведьмака» и сиквел «Киберпанка» можно не ждать. Ну, в ближайшие годы.
Сами CD Projekt так и говорят. Мол, готовьтесь лучше к четвертому Ведьмаку. С ним мы продвинулись дальше всего. Хотя и тут полномасштабная разработка стартует лишь ближе к зиме. Что до остальных проектов, то там, что называется, еще плотва не валялась. И новостей от разработчиков в ближайшее время можно не ждать. А вот создатели новой Dragon Age, наоборот, стали как-то уж слишком активными. Каждую неделю что-нибудь да расскажут. Теперь вот дошел черед до компаньонов. И, дескать, в этом плане игра окажется круче всех прошлых релизов студии BioWare. Спутники будут самые проработанные, самые живые, словом, самые-самые. Даже начинает казаться, что это не они отправились в путешествие с главным героем, а наоборот. Причем на базе каждый персонаж обоснуется в своей комнате, в которой, видимо, будут твориться самые проработанные непотребства. Причем даже без нашего участия. Как вы помните, компаньоны теперь смогут вступать в романтические отношения друг с другом. Так что насколько главный герой теперь будет главным, вообще-то непонятно. Он вроде бы даже не будет использовать магию крови. Во всяком случае, ведущий сценарист назвал такое чародейство отвратительным и сказал, что настоящий герой им заниматься не должен. То ли дело некромантия. Вот ее-то в новый Dragon Age можно будет освоить запросто. Здравствуйте, я некромант Боб, и сегодня у нас анбоксинг. Третьего Baldur's Gate вполне могло и не быть. Такой вот шокирующей информацией поделился глава студии Larian Свен Винке. Он рассказал, что перед релизом Divinity Original Sin 2 собрал вместе с коллегами презентацию нового проекта, после чего ее отправили в офис компании Wizards of the Coast, которая владеет правами на сеттинг Dungeons and Dragons. Ну а поскольку готовилось все в условиях жесточайшего аврала, то в ответ пришло только презрительное «фи». Мол, что за гадость вы нам прислали? Свен свой косяк признал, но попросил войти в положение. В общем, дали ему второй шанс, чем студия и воспользовалась. Любители симуляторов жизни и противники лестниц в бассейнах содрогнулись. Прошел слух, что электроники отменили разработку пятых Симсов. Источником слива стал один из сотрудников студии Maxis, который указал в своем портфолио, что трудился над версией игры для PlayStation 5, а теперь, мол, не трудится, потому как проект был закрыт. Следом, впрочем, появилась другая утечка, из которой следует, что пятые Симсы по-прежнему разрабатываются для ПК и мобилок. Так что, возможно, отмена коснулась только консольных версий. Ну или кто-то что-то не договаривает. Пока телеканалы, аэропорты и супермаркеты всего мира столкнулись с проблемами из-за глобального сбоя винды, разработчики Mortal Kombat столкнулись с увольнением. Правда, речь пока идет только о мобильном подразделении студии NeverRealm. По появившейся в сети информации его закрыли целиком, а работало там, между прочим, около полусотни человек. Занимались они поддержкой сразу трех игр — Mortal Kombat Mobile, Injustice 2 и Mortal Kombat Onslaught. Ну что ж, похоже, и до королевства файтингов докатилась эпидемия реструктуризации и оптимизации. В сущности, вы уже не нужны. А вот новости о феноменальном успехе. В начале июля на смартфонах и планшетах от Apple вышла седьмая часть Resident Evil. Ну и, стало быть, пришла пора подвести первые итоги. Только вот итоги там такие, что сами кого хочешь подведут. Под монастырь. Выяснилось, что игру купили всего 2000 человек. Как говорят, аналогичным образом опростоволосились и другие хиты, проросшие недавно на яблочных устройствах. В том числе «Миражистый ассасин», «Death Stranding» и ремейк четвертого «Резика». Теперь об удивительном. Благодаря утекшим в сеть судебным документам удалось узнать, что в компании Valve работает всего 3,5 сотни человек. Вернее, работало в 2021 году. Но вряд ли ситуация с тех пор кардинальным образом изменилась. А ведь мы привыкли считать, что в организациях подобного калибра счет идет на тысячи сотрудников.
Причем нужно учесть, что только половина работников числилась в игровом отделе. В общем, третью халву при таких раскладах они там точно не осилят. Переходим к новостям экранизации. Ubisoft отменила сериал по игре «Драйвер». Анонсировали его еще в 2021 году, и с тех пор новостями нас не баловали. Ну, теперь, видимо, и не будут. Хотя при этом Юбики уверяют, что саму франшизу забрасывать не планируют. Только вот что-то в это не верится. Ведь последняя на сегодняшний день часть игры вышла, напомню, еще 13 лет назад. А вот у «Терминатора» судьба иная. Netflix тут объявил, что его превратили в аниме. Да-да, узнать, что из этого получилось, мы сможем уже 29 августа. Ну и под конец немного дичи. На одном из благотворительных онлайн-аукционов был выставлен очень необычный лот. Совместная игровая сессия со стримершей Покимейн, между прочим, звезда Твича. В миру ее зовут Имейн Анис. И вот в какой-то момент стоимость лота достигла отметки в полмиллиона долларов. Правда, затем оказалось, что ставка была фейковой. И не она одна. В общем, после зачистки таких вот щедрых шутников выяснилось, что возможность провести с девушкой время в игре пока оценивается в 30 с небольшим тысяч долларов. Ну, что тоже, согласитесь, немало. Поиграй со мной. Серьезно? Да! Поиграть хочешь, салага? Да! Ай! Дуайт, господи, Дуайт! Ну вот и все на сегодня. Продолжайте поддерживать нас на Бусти, мы это очень ценим. Там, кстати, можно посмотреть полную версию стрима, в котором мы с Гамовером поучаствовали на прошлой неделе. Заходите в нашу теплую ламповую группу ВКонтакте. И не забывайте кататься на телеге. Ну а мы увидимся уже на следующей неделе. До встречи, пока! We'll be right back.